Сегодня Всемирный день тех, кто ежедневно считает и сравнивает. День статистики. Впервые его отметили в 2010 году. Без статистики в наше время никуда. Казалось, вот только провели всероссийскую перепись населения, как стартовала микроперепись. И вот уже мы знаем, сколько у нас холостых и женатых, какое количество детей хотят иметь семьи. На информационных сайтах сводки статистики также практически в ежедневном режиме. Здесь подорожало масло, тут подешевела картошка. И мужчины, оказывается, влюбляются отчасти потому, что им лень со им помыть чашку. И даже процент указан. А доверяют ли данным статистики жители Барнаула? Следят ли простые люди за тем, кто, что, сколько и почему? С этим вопросом мы вышли на улицы города. Но она не соответствует действительности, статистика. По моему мнению. Мне работы своей хватает? Нет, нет. Я слежу всегда, но верите, статистике не верю. Сейчас жизнь такая. Я думаю, что полной выборки не происходит. Раз. Ну и два, конечно, да. Подыграны. Не слежу, честно говоря. Нет. Почему? Ну, потому что они никогда не бывают правильными. Ну, мне кажется, одно дело, что на бумаге, а второе, что на самом деле. И я думаю, это не всегда совпадает. Поэтому смысл следить за бумажной статистикой, если можно посмотреть, пройтись по улице и как бы узнать у людей.